Витасу Гарцуеву всего 15, но ему уже хорошо знакомы сладость побед и горечь поражений, изнуряющие ежедневные тренировки, борьба с самим собой. Парень прошел долгий путь, чтобы доказать, в ринге он способен на многое. Все ради мечты – выиграть Олимпийские игры. День, на каникулах сейчас у нас проходит по одной тренировке, а в будние дни, то есть школьное время, у нас по две тренировки – утренние и вечерние. Вот. Много бегали, ускорения, кроссы, работали на кардиосистему, над физическими нагрузками работали. Накануне Витас пополнил свою медальную копилку бронзовой наградой чемпионата Европы среди юниоров. Турнир проходил в Грузии. В нем приняли участие 335 спортсменов из 29 стран. На пути к полуфиналу боксер одержал 3 уверенные победы. В полуфинале уступил украинцу. В бою за третье место не оставил шансов представителю Армении. К этому первенству мы готовились в течение всего года. То есть вся наша подготовка была направлена на эти соревнования. Все турниры, все сборы, все тренировки мы ставили так, чтобы в оптимальной форме подойти к этим соревнованиям. Ну, естественно, постоянно контроль, режим, питание, вес. Уже в сентябре Витаса Гарцуева ждут игры стран СНГ в Казани. К слову, отделение бокса училища Олимпийского резерва открылось еще в 1986-м. Только за последние 3 года здесь подготовили 3 мастеров спорта и 7 кандидатов. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.